Всем привет, дорогие друзья! На улице льет дождь, как из ведра. Ну а у нас настала пора отправиться в крипту и потратить золото. Вебка у меня находится справа, поэтому вы видите мои ресурсы. И начнем мы с восстановления моста за 2000 душ. Это во-первых. Разблокированный мост. 5000 монет. И мы посмотрим, что же у нас там. Я так понимаю, ключ-скелет нужен. Возможно, у меня его... А, он есть. Хорошо. И ящик с сердцами, да? Раз. Открываем. И выпадает нам... Кабал Бруталити Крик. Ага. Шустрый уродец. Так, масочка. Ага. Крюки. Хорошо. Хорошо. Допустим. И нам нужно еще будет 3000 потратить на восстановление реки. Но эти души мы будем собирать. О, ключ скелета. Ну, видите, как здорово. Замечательно. Контракт убийцы. Материал башни. А, сейчас душа не тратится, да? Сейчас пауза. Значок торговля с коллектором. Вот это мне нравится. Коллектора мы, кстати, так и не видели. Я знаю, где он. Просто мы его не видели. Так, и давайте, значит, сундучки. И все. Как-то не это, не богато. Расхититель могил. Достижение. Так, с этим мы пока еще не это самое. Это позже. О, Фрост, насмешка ускользания. Хорошо. Это насмешка, это, короче, когда... Так, что за лаги? Не понял. Это когда выигрываешь раунд. Какой-то, смотрите, дорогой сундук. Так, по карте что у нас получается? По карте получается, что мне нужно вернуться к лесу. Безупречное зло. Фон. Так, ну мы отвлекаемся на сундуки немножечко. Хочется, конечно, все открыть, но нам вот сюда. Нам вот сюда. Река, 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 река. У нас вот она. 3000 душ. Из нее... Ух ты. Давай откроем. Жесткий сундук какой-то. Красная зима. Облики нам выпали, короче. Ну, в принципе, неплохие. Это Эрмак, короче. Нормально. Сабзира Эрмак. Кадила с душами. Ключ башни. Ну, допустим. Так, а теперь нам надо искать новые какие-то двери. Маска. Нам надо искать новые двери. Для этой... Для прохождения... О, давай откроем. Разблокированный предмет. Джекс Брикс. Джеки Брикс Бруталити. Черт побери. О, блик на Джеки. Ага. Все, хорошо. Так, что теперь? Сундучок на 15 тысяч. Нормально. Облик. Так, сейчас, наверное, отправлюсь смотреть, искать двери, где мы еще не были. Сундук скрытый, надо поднять. Угу. Так, теперь, видимо, мне что-то выпало для этой двери. Хорошо.
И вот что-то вот от сердца единой сущности мне нужно искать. Все, я понял, ищем. А вот и коллектор. Сейчас будем с ним торговать. I accept only the best in trade. Барака облик. Ржавый смертоносный крюк. Запросы. А для вот этого у нас ничего нет. Вот этот крутой облик. Допустим, мы берем, нажимаем торговать. И у нас разблокировался предмет. Все, и я так понимаю, что через какое-то время у него вот эти товары изменятся и будут другие. Все. А! Так, у него тут еще сердца. Сундук с сердцами. Есть еще сундуки, интересно? Не вижу. А, вот, вижу. Get over here. Так. Все, идем дальше искать. Так, дверь открыл. Ударил вот этот в гонг. А где она открылась? Вот еще один скрытый сундук. Так. Кольцо. Во, еще сундуки скрытые. Так. Материалы башни. Тут еще, да, должен быть, нет? Нет, вроде нет. А вот. Торговля с коллектором. Долго я ходил, бродил, искал. Вот, кажется, нашел. Ключ-скелет. Вот сюда. И что у нас здесь? Давайте здесь пооткрываем. Ага. Души. Неужели тут ничего нет? Да быть не может. Коллекция. Давайте это дело все пооткрываем. Ловушка киборгов. Интересно. Сетки Сайрекса. Не может такого быть, чтобы тут не было ничего важного. Насмешка. Торговля с коллектором. Так. Интересно. И что, и все? Так. Кувшины, это понятно, это мы пока не откроем. Ага, скрытая комната получается. А если мы сделаем так? Ничего, да? Я понимаю, что души идут. Ничего. Так, а мне больше и некуда ключи тратить. Эта дверь никуда не ведет, хотя, скорее всего, там... А, у меня нет больше ключей, да? Да, у меня ключей больше нет, я понял, ага. Мне что-то Шансун говорит. Сколько душ встретил свой конец в этой темной тюрьме, я наслаждался их болью. Такого не было диалога. Похоже, мне пока что ничего не остается, как открывать все сундуки, которые есть. Потому что мне нужно найти сердце для двери. Так, фрагменты душ. Мне нужно найти сердце единой сущности. Или посох Рейдена, или что-нибудь такое. Поэтому будем открывать все, что тут есть. Да. Правда, я не помню, где еще открытые, закрытые сундуки остались. Коллектор на месте. Новые вещи. Ну-ка. Угу, пока ничего нового. Итак,
Пока что я не знаю, куда идти, поэтому я просто буду открывать сундуки дальше. Бруталити. Ага. Это, так понимаю, для Скорпиона не в турнирной вариации, где он дышит огнем, да? Ну, допустим. Тут еще сундуки не открытые остались. Может, что-нибудь выпадет? Ага. Вот здесь. Комбат-карта. И вот здесь вроде бы. Да, вот эти сундучки мы не открывали. Значок. Сейчас пойдем к статуям. Сходим. Вот значок Саб-Зира. Сундук за сердца. Кстати, вот сундуков как раз за сердца. Что это? Довольно много. А сердец у нас довольно мало. Облики пошли. Облики, облики, облики. Ой, вот здесь мы вообще не открывали ничего. Маска. А у нас денег-то хватит дойти до статуи. То сейчас все подкрываем. Угу. Сейчас все подкрываем, и денег нам не хватит. Вот это будет смешно. Джонни Кейдж. Так. Разбивать, конечно, можно эти кувшины, но уж больно это долго. Уж больно мало дадут за них всякой всячины. Монеток мало дают за них. Улучшение, улучшение. Так, этот мы пока открыть не можем. Его нужно разблокировать. Его нужно разблокировать именно. Да, мы так не дойдем до улицы. Там будет еще комната, которую мы... Опа! Это где упало? Облик. Где упал? Непонятно. Души тоже давайте потратим. Насмешка для Рейдена. Ну вот, нормально. Нормально же. Вот здесь у нас душа. Да? Во, насмешки пошли. Вот это я понимаю. Вот это мы пропустили. Предмет для ковки. Так, немного сердец. В этот гонг мы били. Ничего не произойдет. И вот эти сундуки не открывали. Может ведь выпасть что-то такое, что будет полезно в прохождении крипты. Нужен амулет дракона. Нужен посох Рейдена. Много чего надо. Да где это все искать? А. Облик. Может здесь что-то будет? Да. Я прямо рядом с этим сундуком стою. Хорош. Ну вот из этих сундуков что-то как-то не очень вещи выпадают, если честно. Здесь сундуков вообще много. О, Котелькан Бруталити. Обгорание. Внезапно хороший сундук. Так, по поводу улицы. Улица у нас, вот эта вот улица. Я реально почти все деньги потратил. У нас здесь закрыто почему-то. Я не знаю почему. Может быть, надо пособирать рядом. Шаукан. Так, может быть, вот эти вот сундуки рядом, которые лежат, нужно пособирать. Кто знает? Кто знает? Так, этот сундук. Сай. Летит. Прилетел. А мы успеем до него дойти? Они же вроде исчезают. Если я не ошибаюсь. Или это баг? Золотая руда.
Ну-ка. Так, пока ничего интересного. Картиночки. Как открыть эту дверь? Вопрос. Головы, как я понял, пока еще не это, да? Не открыты. Души. А вот здесь бруталити, кровь демона. Ток. Это что-то. Это уже что-то. Еще бруталити. Вот. Вот. Ну-ка. Я так и думал. А я так и думал. Во! Девора фаталити бессмертие. Во! Вот это я понимаю. Паучок. Паук. А, оно открывается отсюда. А это уже Рейн, да? Это уже Рейн, а не Саб-Зиро. Материалы башни. Мы еще ведь в башне не ходили, кстати. Между прочим. Между прочим, мы не ходили в башню. Маска для Китаны. Деньги уже заканчиваются. Ну, мы сегодня несколько бруталок из сундуков вытащили. Так-то неплохо. Вот жалко только мы новые какие-то места не обнаружили в крипте. Это да. 250 сердец надо ему. Это да. Ну так это рандом. Откуда ж я знаю, где он может? Вы еще говорили, от них уворачиваться можно. Попробуй увернись, если призрак находится вплотную к тебе, когда ты повязку-то надеваешь. Все почти что. В этой комнате почти что все. Так, вопрос. Вопрос такой. А что мне делать вот с этим? Я так понял, статую нужно восстановить. Но у меня ничего нет для этого. Возможно, что-то должно находиться рядом, чтобы я смог восстановить. Чем я смог бы восстановить, не знаю. Скорпион. Так, а душу можно? Вот на Кунглау что-то пошло. Поднять объект. Так мало того, что объект поднять надо. Камешки-то тут еще и этот. И сундук, который надо как-то разблокировать. Далее, вот тут. Вот тут непонятно. Тут ничего нет. Ну-ка. А, вот цепочка. Зажегся огонек. Допустим. Тут цепочки нет. Ну-ка, давай. Рыцарь-орел. Это мы сейчас все... возьмем. Насмешка на Люкана. Во, насмешки из душ выпадают. Скример. Да. А здесь стена работает нормально. Вон она что. Смотри, прикол. Прикол. Значит, осталось... Значит, и здесь он работать будет? А как так получается? Так, ну это мы сделали, хорошо. Только... Только мы все равно этот сундук открыть не сможем. Вот эти сможем. Угу. Потом...
Так, души, 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 души. Не пропускаем их. Бруталити, команда Кейджа. А, я, кажется, понял, что это за бруталка. С дублером, да? О, на Скарлетт неплохой облик. Все, последняя голда пошла. Герас насмешка. Вот это нормально. Так, что у нас здесь? Вот здесь непонятно. Наверное, тоже что-то с повязкой связано. Угу, Соня насмешка. Маска Фросто. Фросто. Торговля с коллектором. Мне кажется, тут тоже что-то с маской связано. Ой, не с маской, а с этой. Заблокировано. Что-то вот такое тут, наверное. Нет. Вот пока непонятно, что с этим фонарем делать. Надо души искать. Надо искать души. Ключевой предмет крипты. Повязка Такеды. Это хорошо, что ключевой предмет крипты. Улучшение для башенки, да? Фаталити Джейд. Джейд Бруталити. О! Ну, вот этот нормальный сундук мне выпал. Прямо царский сундук. Последний сундук. Герас кулак. И нагрудник. Так, в этот мы гонг били. Дверь открывалась. Фаталити Нуб Сайбот. А здесь что? А что тут? А, скорее всего, да. Сундук, который я не могу открыть. Замечательно. Что-то падает? Или мне чудится? Так, на этой улице мы все уже собрали. Все собрали. Ну как все забрали? Это сложно сказать. Что все собрали? Нам еще собирать тут и собирать. Вон можно 5000 ради прикола коллектору задонатить. Все равно нечего больше делать тут. Награда с алтаря. Ну такое. Ну такое. Насмешка. На Девору. Лучше бы, наверное, сундучок открыл, да? Так, души, ребята. Души, души, души. Вот здесь у нас их полно. Монета. О, этот облик вроде в магазине был, нет? Или мне чудится? В сегодняшнем. Насмешка Кано. Торговля. Ага, вот здесь у нас. Для Сабзира. Вот здесь пару-тройку душ. И вот тут. Даже три. Эрна Блэка. Предметы.
и все, да? Тут больше ничего. Тут пока что больше ничего. Осталось у нас 4 души. Да? Это мы тут делали уже. Сюда вроде бы спускались. О, ключ скелета. Тоже неплохо. А, здесь это будет дверь с амулетом, которого у нас нет, да? Да-да-да. Насмешка коллектора. Украденное сокровище. А, нет, тут ничего. Надо с другой стороны идти. А с другой стороны, а как туда дойти-то? Непонятно. Ну и вот последняя душа. Гнев Шаукана. Так, пока что я не знаю, друзья, куда идти. Души закончились, золото тоже. Поэтому на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.